Село имени Костахи Тагурова было основано в конце 60-х годов позапрошлого столетия осетинами, переселенцами из Нарского ущелья. Первоначально оно именовалось Георгиевско-Осетиновским, поскольку именно христианского святого Георгия Победоносца осетины считают своим покровителем. Именно в этом селе в начале 90-х годов позапрошлого столетия жил художник и родоначальник осетинской литературы Косталь Иванович Хитогуров. В советское время его произведения, особенно на осетинском языке, неоднократно издавались в Северной и Южной Осетии, но наибольшую известность они получили в 1939 году, когда по специальному постановлению правительства праздновалось 80-летие со дня рождения литератора. Тогда же было принято решение об увековечивании памяти поэта. Так Георгиевско-Осетиновское село стало на Осетиме Костахи Тагурова. В конце 30-х, начале 40-х годов прошлого века населенный пункт считался центром Микояновского района Карачаевской автономной области, а ныне является центром Костахи-Тагуровского сельского поселения, объединяющего одноименное село и еще один хутор. Сегодня здесь проживает около 3000 человек – осетин, карачаевцев и русских, и по-прежнему между собой местные жители именуют свое родное селение не иначе, как Осетиновкой. Минут 40 позади я уже в поселке Костахи-Тагурова, расположенный в живописном уголке Карачаево-Черкесии. Давайте знакомиться с этим поселением. Прямо от меня находится памятник Георгию Победоносцу, который очень почитаем местными и не только. Возможно, увидим, как его готовят. Увидел малышей, играющих в футбол. Ну как тут не вспомнить молодость? Посмотрим, на что я еще гожусь. За кого играю? За вас. Штрафной!
Ну что, подается угловой? Это мой шанс доказать детям и не опозориться. Не доказал. Так, друзья, мы уже играем 20 минут. Никакого результата. Как в настоящем футболе у нас должна быть стратегия. Будем делать стратегию. Мурат, ты будешь сейчас отвлекать команду. Ты наступаешь на ноги. Ты что будешь делать? Что тебе кайф, то и делай. Так, ты знаешь, что будешь делать? Ты будешь хватать мяч руками, ну, чтобы другая команда не видела, да. А девочки будут танцевать. А вы будете танцевать. И тогда успех нас точно ждет. Мы сделаем это. Поехали. Эй, команда Архыз-24, мы выиграем сегодня. Итак, волнительный момент для команды, решается судьба. Команда этой вселенской, масштабной, легендарной команды, от этого удара едет вратаря, который стоит на воротах. Посмотрим, к чему приведет удар. Болельщики готовы, свист, трибуны ревят. И вот он, кульминационный момент. Надеюсь, никто об этом не расскажет, все об этом забудут, как я таким магическим способом отразил мега сильнейший удар. Забудем эту историю. Ну что, друзья, самое время пожать друг другу руки. Поехали! Коля. Ибрагимов и Коля. А вы знаете, вот памятник у вас стоит там большой-большой. Чей это памятник? Это Коста Хитагурова. Коста Хитагурова. Кто был Коста Хитагуров? А? Да вон там учитель стоит. Учитель стоит? Я хотел у вас узнать. Вы не знаете, кто такой Коста Хитагуров? Я его. Он Хитагуров. У тебя фамилия Хитагуров? А вот там памятник стоит Коста Хитагурову. Ты знаешь, кто он был? Он его прадедушка. Он твой прадедушка? Точно? Да. Коста Хитагуров, прадедушка. Как тебя зовут? Захара. Захара. А Захара, ты уже не пишешь стихи случайно? Нет? Нет, ага. Только... Ты в первом классе? Он с нами учится. Да. Мы тоже. Вот в воскресенье посмотрите на себя в 6:15. Да. Воскресенье. В это воскресенье. 16! Да, и смотрите только Архыз-24. Коста Хитагуров был выслан за пределы Осетии за свои вольнолюбивые стихи. Оставшись в селении, основанном его отцом Ливаном Хитагуровым, Коста тосковал по родным краям, но воспевал в своих произведениях как литературных, так и художественных красоты местной природы. Он умер в этом поселке от тяжелой болезни, не успев закончить две последние поэмы.
Держу путь в одно из древнейших мест России – Шаанинский храм времен X века. А дорога туда занимает 3 километра, можно без проблем доехать на машине. Но я выбрал путь пешком. Буду наслаждаться свежим. Как эти места были густо заселены. Средневековые поселения и городища тянулись здесь, по обеим берегам Кубани, почти непрерывной цепью, впрочем, как и современные населенные пункты. Население их было христианским, составляло один приход и нуждалось в достаточно крупном соборе. Вот почему для строительства была выбрана гора Шоана, находящаяся в самом центре всей кубанской епископии. Здесь и была возведена самая настоящая крепость, от которой ныне остался только храм. Слово «шуана», или, как говорили раньше, «чуна» или «шона», в переводе с карачаево-балкарского языка означает «святилище». На протяжении этих столетий гора Шоана считалась местом святым и намоленным. В наши дни в Шаанинский, или, как его еще называют, Георгиевский храм, по-прежнему стекаются паломники со всех уголков страны, особенно в главный для осетин религиозный праздник – День Святого Георгия Победоносца. День памяти великомученика ежегодно отмечается 6 мая, и в этом храме каждый год проводят пышные празднества. Причем отмечали здесь этот день даже в советские годы, в эпоху воинствующего. Вот я и добрался до древней святыни. Просто поразительно, храм сохранился практически в первозданном виде. Очень удивительно, что 11 веков назад люди точно так же, как и я, поднимались сюда, чтобы помолиться, побыть наедине, подумать о чем-то светлом. Расположен он в очень красивом месте. Банк России выпустил серебряные монеты номиналом в 3 рубля с изображением Шаанинского храма, что, безусловно, является гордостью для нашей родной Карачаево-Черкесии. Зайдем, посмотрим, что внутри. Храм выполнен в соответствии с византийской церковной архитектурной традицией. Он прямоугольный, трехапсидный и с двумя притворами – с южной и северной стороны. Освещение в храм поступает через узкие длинные окна, потому здесь почти все время царит полумрак. Купольный Аланский храм хранит в себе следы множества культурных традиций, потому стены Шаанинского храма сегодня представляют большой интерес для историков, краеведов и этнографов. Ведь под тонким слоем старой штукатурки на этих тесанных камнях из местного белого песчаника, по сохранившимся отметинам давно ушедших времен, можно буквально по слогам прочитать непростую историю прошлой жизни. На каменной кладке и сегодня под первоначальной обмазкой можно найти полустершиеся абрисы древней декоративной росписи, а также греческие, грузинские, армянские и русские надписи различных эпох и даже многочисленные северокавказские родовые знаки – тамги.
В самом конце 19 века на Шане был открыт мужской монастырь, именуемый Георгиевским скитом. Но просуществовал он недолго, его пришлось закрыть после февральской революции 1917 года. Сейчас на горе остались стены бывших строений, трапезной и монастырских келий. Тропы горы, на которой расположен монастырь, излюбленное место прогулок для местных жителей. Шана считается природной достопримечательностью, в первую очередь, конечно, благодаря своему внешнему виду. Широкое каменистое основание горы расходится на два узких отрога, один из которых издалека напоминает зеленое бутылочное горлышко высотой более 1100 метров. Потому местные между собой часто называют эту гору просто бутылкой. На ней произрастает несколько десятков видов различных трав и кустарников, некоторые из которых занесены в Красную книгу. Среди них в наши дни можно найти несколько видов тиса. Настоящую рощу из этого реликтового кустарника, дожившего до наших дней еще с доледникового периода, на самой верхушке Шуаны посадили монахи практически сразу по окончании строительства храма. Вероятно, тисовые деревья были выбраны богомольцами не случайно. Для разных народов тисовые рощи издавна были культовыми местами и считались священными. Осмотрев окрестности и увидев старинного мудрого старца, древний Аланский храм, можно возвращаться назад в селение. Поскольку населенный пункт совсем небольшой, здесь нет собственной гостиницы или отеля. На ночевку путнику лучше остановиться либо в Карачаевске, либо вернувшись в республиканскую столицу. А вот голодным здесь точно не останешься. В самом поселке можно найти не просто уютные кафе, а настоящие подворья. Одно из них раскинулось по левому берегу Кубани. Живущие в поселке осетины с истинно кавказским гостеприимством будут рады накормить уставшего путешественника блюдами национальной кухни, секреты приготовления которых передаются из поколения в поколение. А ну а теперь у меня есть уникальная возможность увидеть, как готовятся осетинские пироги. Здравствуйте! Здравствуйте! Вообще осетинские пироги с картошкой делают, да? С картошкой, с зеленью, с мясом. Три вида? С тыквой, с капустой. Ого-го! Да. Так, какой-то один рецепт или можно их делать? Тесто тоньше, тесто толще, на вкус и цвет? Нет, тесто везде одинаковое, просто количество теста можно вот с мясом его больше делать. С мясом больше, да, да. И зелень. Если еду, у нас, короче, уже 50. Сколько нужно времени, чтобы пирог был готов? Вот с картошкой, с зеленью они где-то 7-8 минут. 7-8. Настоящий поджаристый осетинский, уже готовый пирог с картошкой. Самое время его попробовать, и мы обязательно это сделаем. А ну что ж, вот так вот на чистом воздухе, на берегу реки, с готовым вкусным пирогом, а наше знакомство с уголком маленькой Осетии у нас, короче, в Черкесии подошло к концу. Как люблю, когда наши передачи заканчиваются так вкусно. Это программа «Поехали!» Путешествуйте вместе с нами.